Смазку для редуктора будем делать сами. У нас есть вот такое трансмиссионное масло ТАД-17 и литол. Размешаем эти две смазки вместе, чтобы получилась такая вязкая, не сильно густая и не сильно редкая смесь, чтобы можно было набрать ее в шприц и легко вдавить в редуктор электротриммера. Смешали. Получилась такая, как густая сметанка, смесь. Ну, приблизительно один к одному. Сейчас будем заправлять в шприц. Чтобы качественно заправить смазку в редуктор, нужно его открутить, снять. Потому что полное заполнение не получится, не даст воздух. А затем открутим вот этот вот болт. Через него будет поступать смазка, выдавливаться из шприца. Ну а чтобы снять, нужно открутить вот эти три болтика. Все, а смазку мы наполнили смазкой 20-кубовый шприц. И одели трубку. Ну, я не знаю, откуда эта трубка, наверное, с системы. Смазка такая не сильно редкая, не сильно густая. Сама класс выдавливается хорошо из шприца. Будем наполнять. Сняли редуктор. Сейчас будем вот это отверстие запрессовывать шприцом смазку. До тех пор, пока она не вылезет вот с этого отверстия. Смазки вошло в редуктор 10 кубиков. Вон она показалась, полный редуктор. Сейчас будем смазывать вал. Остальные 10 кубиков, которые оставались в шприцу, пошли на смазку вала. Вот этот вал вытягивается. Мы его смазали и засунули обратно. Все, собираем в обратной последовательности. По инструкции нужно смазывать редуктор через каждые 15 часов работы. Но кто там засекает это время? Сколько там поработал? Раз в сезон, я думаю, достаточно. Вполне. Конечно, можно было без мороки купить смазку готовую в магазине или на базаре, заправить и без всякой мороки, не готовить самому. Но у нас сейчас в связи с боевыми действиями что-то купить это проблематично. Так что сделали сами, и я думаю, она не будет хуже заводской. Поживем, увидим. До свидания.